ребята, всем привет. Со мной Андрейка, села батарейка. Мой ученик, бывший. Сейчас обстоятельства вынуждают его сейчас сесть за руль. Потому что там стоят... Куда ты так ширяешь передачу? Славик, садись нахуй сам за руль, блядь. Ебать, ты сцепление бросаешь. Да, едем мы это, на коп. Едем сейчас покопать монетки. Ты вторую включил, нет? Четвертую фигу. Страшно. Че, короче, оставайтесь с нами, не переключайтесь. Все, что найдем, все покажем. Там Андрюха взял. Ты взял колбаски, мясо, что обещал? Все, там еще и пожарим мяска. Все, короче, мы едем, сейчас проедем. Опасный момент один. И я, наверное, пересяду, посмотрим. Ребятки, вот он поворот. Помолились, покрестились. Букву повесили сверху. Сработает, не сработает. Ю-ху! Сработало! А я еще такое понял. Сосредоточенное лицо, двумя руками руль. На третий газую, не переключаясь, как еблан. Короче, ребятки, приехали мы в одно наше место, где мы с пацанами были уже, где находили и царские монеты, и советские, по-моему, там были. Я и пряжку нашел. У меня видео есть на канале, и пряжку военную нашел, и медаль, соответственно, русско-турецкой войны вот на этом поле. Это все было. Машину оставили, тут уже не вариант нам проехать. Не, оно, по-моему, засеяно. Видишь, как красиво все. Сейчас, наверное, тогда поедем в лесок. Не, ну хотя тут речка, Андрюха хочет что-то закинуть. Какую-то... Не, это... Смотри, сколько воды в нем. Засеянное, да. Вот тут мы ходили. Да, воды много, во-первых. Во-вторых, засеяно. Короче, все-таки решили... Все-таки решили взять прибор, взять снасть. Тут пшеница посажена. Конечно, не по-человечески было бы нам ходить. Да еще и пизделей можно получить за это. Поэтому сейчас вот там похожу немножко по лесополосе. Андрюха взял свою снасть. Хочет в речку псикупс закинуть. Может, голавлика, говорит, какого-то поймаю. Чуть-чуть походим, не знаю, максимум, я думаю, часик плюс-минус. Головлика члена. Голова члена, Лена головач. И что, поедем, наверное, потом в лес. Там, на наше место старое. Ну что, ребятки, пока Андрюха там где-то ищет место, где забросить можно свой невод, у меня тут первая монетка. Не знаю, еще не смотрел. Вместе давайте сейчас глянем. А, ну это бывшая ходячка, 10. Советская, не пойму. Нет, это российская. Ну, тоже находка первая, дай бог, не последняя на сегодня. Так, а где твоя снасть? Ух, какое дерево старое. Большое. О, ну да, хорошее место ты нашел. Посмотри еще. Что? Железка? Ага. Вот здесь прыгали, знаешь, здесь омут глубоко. Да? Че, как снасть называется вот это? Зонтик. А, ну да, похож. А течение большое, да, такое видно? Такая, как-то круговороты, да, вода? Тудым, сюдым. Опа. Это на раков или на что? Ну, вообще изначально, да, она на раков. Ага. В серединку сейчас прикормка, подойду. Они сюда заходят и хрен выходят потом, да? Прикольно. Включаем, лоханулись. Не мы, а вы. Не нас, а вас. Нет уж в этот раз нас, вас. Ты, а ты, может, десантником был? Об голову? Я десантником был, я в голову вроде бы. Опа, грамотно. О, солнышко хоть вылезло. Ну, вроде дождя пока нет, и слава богу. Это сам... Но ветерочек, ребят, ветерочек, конечно, неприятный. Тут, кстати, можно будет походить, прикольно. Так, а что у тебя там за прикормка? Хлеб, я так понимаю, что еще? Понюха, ты бы хавал такое? Фу, ухой, это... ухой пахнет. Этот самый, мидия. А, да? Ну, я чувствую, что это рыбное. Линенко Про. Типа мидия. Слушай, а раки тут могут быть? Ну, ты бы был тут? Не знаю. На их месте. Напьешься на их месте, когда будешь, тогда и поговорим. Закинуть, да закинь, что? Есть же не будем.
значит, это надо, чтобы бутерброды. Ну все, что рыбы не съедят, мы потом доедим за них. Да, шансов мало, но... Но они есть. Ну, ловись, рыбка большая и маленькая. Сколько? Минут 30, да, дадим полежать, чтобы ты душу отвел, как минимум. Ты же хотел на рыбалку. Ну, мы на обратном пути забыли. На каком обратном пути? Ну что, все, что ли? Ну, мы же, скорее всего, поедем в другое место. Куда-то поедем, вернемся. Да ладно, да ну, не. Давай, я не знаю, ну, тут сейчас походим, ну, часик, но я не знаю. Потом возвращаться не будем. Давай походим, пожарим. Здесь? Снимем, да. Так это надо же в машину идти опять. За... Не, я не пойду. Ты хочешь, сходи. Да это пиздец. Лесу, да? Не, я думаю, мы в лесу уже там пожарим. Время начала второго мы... Охуенно. Да нет, еще нет. Это, удочки закинули. Сейчас поедем в наш лесок. Там сейчас пожарим мяска в леску. Тут просто по полю не вариант ходить, еще и ветер сильный. Ну и вообще не по понятиям. Поэтому все, едем. Тут недалеко, в принципе, ехать. Поехали. И мы приехали на наше старое знакомое место, уже миллион раз уже тут был. Андрюха, он с собой берет. О! Надо ошарабаниться. А, так у тебя было, и ты еще взял, да? Да, у меня было, есть и будет. Короче, печка. Такая мне, кстати, может быть, рано или поздно понадобится, надеюсь. Чик, фокус. Фокус-чпокус. Фокус, да? И что, берем сейчас, пойдем. Я сказал, как говорится, до первой звезды нельзя. Ну, сейчас Андрюха на ход ноги выпьет. И пока монетку не найдем, мы не это. Умрем с голоду. Да, мы умрем с голоду, пока не найдем монету. Потому что, говорю, давай хоть одну найдем, уже тогда будем жарить мясо. Сейчас все пройдет. Ну, давай, с ребятками. Будь добру. Как я тебя завидую. Как я счастлив, бля, что ты мне завидуешь. Я еще на коп так не ездил никогда. С такими сумарями, с водками совсем. Все есть, хули мы ищем, блядь. Ну. Андрейка, ну давай, показывай, что ты нашел. Пиздец, опять Андрейка. Что-то желтенькое, тоненькое. Монета. Не знаю. Давай она, по-моему, лежит. Помой. Все, сейчас будем есть. Звучало там что-то 65, да, что-то такое звук. Я сказал, это будет монета, и точно. Это ну не томи. Ну она красная. Красная монета, что? Вижу серп и молот. Советская. Год, говорите. И номинал. Я не вижу. Давай я посмотрю, что ты видишь. 30, значит, как. Да, вот я же тебе говорил, ты спрашивал, вот 15 копеек. Такие рамочные видишь. Ну хорошая. 30. 32-й год, братан. Хорошая монетка. Как раз когда ты родился, да? Да, да, да. 32-й, 15 копеек, щитом. Да, вот такая монетка уже приятно находить. Отлично. Ну что, коллега, разводите огонь, а я сейчас тут еще покручусь. Лайк. Ребят, я еще такого не делал никогда на копе. Масло набодяжил. Любитель приготовить еды. Так, домашняя, да? Круто. Кто-то сейчас водочки выпьет. Я даже знаю, кто. К сожалению, не я. Но это покупная, да? Купил? Да. Бабуси какой-то там. И гуси. Не забудь, сейчас будешь выпивать, чуть-чуть налей, не пожадничай деду водочки. Какому сейчас. Деду? Какому деду? Нахуя нашел, да я нихуя не знаю, какого деда. Не говори так, а то он сейчас обидится. А ты включил газ что-то? Или не включил? А надо было. Шутник. Да что-то не шкварчит нифига. Да не, он сейчас пройдет, смотри, солнышко светит. Дождь пошел. Зато романтика, ребят. Это наш лес, да? Да. Это наш лес. Но монет, конечно, тут все меньше и меньше становится. Уже тут все выбито. Но все выбить все равно невозможно. Видите, уже одну нашли. Я думаю, это не последняя на сегодня. Как все шкварчит. Салатик, ребята. Помидор. Уже слюни потекли. Лук и зелень, да, какая-то? Зелень, чеснок, зелень. Чеснок. И ароматное масло кубанское. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лишь бы дождь не пошел. Что-то как-то все вокруг да около ходит. В Краснодаре жопа, ребят, в этот момент. Говорят, там что там ливень или что? Да, Мария, там раздельно пускался. Че-че? Раздельно запускался дождь. Да? Вот все тяжкие. Мне это надоело.
Да. Я вообще не вижу повода не выпить. Находка. За находку, да? Ну, за город находку. За меня. Я так держу, как будто так уверенно, как будто я сейчас буду пить. Ой-ой-ой, под помидорочку. Ай, ребятки. Ребятки. Всем, кто сейчас ест, всем приятного аппетита. Я себе чайку налил. А вот знаменитый адыгейский сыр, про который как-то вот на стриме, Андрюха, ты говорил. Да, ты же, по-моему, что-то писал про сыр. Или не ты? Про адыгейский. Жигулин. А, Жигулин? Про розыгрыш, да, кубанский. А, все, да, точно. Ну все. Че, за же Андрея Жигулина в том числе надо выпить. Да, кстати. Андрюха Жигулин. За тебя, да. Я чаем. А я подожди. У меня все красиво. Все сладкий. Закрывает надо красиво. Ой, хорошо. Сладенький чуть-чуть. Блять, куда бы его поставить, чтобы он не разлился. И сурка. Адыгейский обожаю. Тебе тарелку давай. Да, можно как. Вкуснейший сыр, ребят. О, слушай, прислушай, прислушай, хорошо. Ну. А если, короче, так сделаю. Четко ему. Мясо, сыр, овощи. Что мужику надо еще? 150. И водка. Ну. Сырочек. Кайф. Кайф. А ты нормально сел, да? Прям чисто. Да, прям к мясу поближе. А этого нету, да? Не, у нас кипчупчика нету. Нет. Точно помидоры есть. А, горячие. Вот так. Фотка в Инстаграм. Так. Эть. Путь. Что может быть лучше? Я не знаю, мне копыт от, ну. Это так, а вот-вот. А вот-вот, вот это вот, вот так. Да, это покушать на природе. Всегда на природе, мне кажется, самое вкуснее. Вкуснее, ну. Да. И руки грязные похер. И руки, ну я бы помыл в луже. Нормально же. За? За Андрея Жигулина. За твое здоровье. Да. Зубы твои, Андрей, да будут здоровы. И лицо тоже, с носом. И лицо целиком, да. Ну, за все лицо. Да, за все лицо. Кайф. Запахи. Друха, спасибо, накормил. Я вот наелся уже, колбаски остались. Это или доедай, я уже хочу, у меня уже руки чешутся это покопать. Ну, а я хочу дедушку Хабра чуть-чуть задобрить водочкой, чтобы он нам сейчас что-нибудь еще монеток дал. Да, я полный. Извини, я полный вылил. Запить дать. Да, сейчас и запить дать. Ну, дай мне стаканчик. Не, там вот это, по-моему. Да на, там мало. Запивай, дед. Все. Давай, лучка ему, блядь. Лучка. И мясо давай, мясо ему кинь. Посолить. Мясо сейчас чуть попозже. Не, солить ему не надо, а то он нам сейчас тоже насолит. О, Андрюха собрал вещички, уже веселенький такой. Да, язычок. Да не, не да ладно, это не монета, это пуговица с тремя дырками, мне кажется, это немецкая. Это я потерял. Ну на. На ширинке нет, вот. Сними. Три дырки. По-моему, немецкая, или у них четыре дырки, я не помню, или три. Если бы две, я бы забрал бы, ну три. Руки грязные. Что такое грязное-то? Здесь была пуговица, а здесь целый патрон. Целый патрон. Из наверное, из ППШ, хер знает. Сейчас Андрюхе покажу. Он просил показать настоящий целый патрон. Сейчас придет, покажу ему. Да, ребята. Так беспонтово я еще сюда не ездил. Всего лишь одна монета. Одна пуговица, более-менее как находка. И все. Ой, блядь. Короче, зря мы поили дедушку Хабра. Или Хабара, как его там правильно. Он рано бухался и сказал, хер вам. Хер вам, а не монеты. Не, ну а если серьезно, уже, конечно, тут все выбито. По крайней мере, где мы сейчас ходили. Пиздец.
Надо какие-то места другие искать. Что делать, не знаю. Куда ехать в следующий раз. Ладно, едем. Идем к машине. Сейчас, наверное, так впадлу. Но нам по пути заезжать за зонтиком, за этим, с рыбой. С полным зонтиком рыбы. Ну надо, надо заехать, забрать его. Что ты говоришь? Плохо, да? Плохо, да? Нет. Ну, лучшие поездки сюда у меня еще нет. Сюда, у тебя на первой и, может быть, даже последней. Нет, съездили-то нормально. Я думаю, видео нормально получится. Но, я имею в виду, что нихера не нашли монет. Две монеты. Слабенько. Не, ну в любом случае видео я сделаю, потому что, блядь, у меня ноги промокли, поле мокрое. Кроссовки надел. Тряпочные, пипец. Ладно, что, сейчас заедем в Молькино. Зайдем в речку Псикупс. Достанем зонтик, если его уже до нас никто не достал. И печенье буду все. Ну, и печенье. Да. Сидим, пока дождь идет. Машину прогреваем. Чаечек. Чаечек. Пять рукав, посмотри. Пять раз. О, не, я даже не устал, если честно. Не устал. Блять, ну какие-то сигналы до хера. Все черное. Ничего. Блять, не кроши. Мыши, да крысы. А что, оно двойное, что ли? С маслом, я не пойму. Да, с колбасой. Короче, как-то так. Тут уже хреново. Надо менять какую-то дислокацию. Будем думать что-то. Ребята, здесь у нас солнышко, а там что, впереди Краснодар. До Краснодара, кстати, 24 километра. Смотрите, какое все черное. Просто жесть какая-то. Пипец, вернулись мы на это поле. Сейчас, пока дойдем, мы будем все очень сильно грязные. Тут дождик прошел, стало еще хуже. Я уже, в принципе, нормально. Нормально такой. Сейчас посмотрим, интересно, что-нибудь заползло туда. А вон оно, дерево. Пришли. И шо? Не украли. Не украли, и то хорошо. Это. А если бы что-то еще сейчас залезло туда, вовнутрь, было бы еще лучше. Ну что, ребята, барабанная дробь. Мне кажется, в этой мутной воде ничего не водится. Зря только сюда приезжали. И сейчас опять сюда приезжали. По грязи шли. Давай, тащи. Нет, ты подсекай. Бля, тяжеленький. Там кирпич. Да. Чё, бля, я уже обрадовался. Нихуя. Чё, вообще никого, что ли? Пиздец. Как загнуло это, посмотри. Никого. Да тут никто не водится. Кого ты тут ожидал увидеть? Да и дай червей, да поехали домой. Блядь, ну не убери. Короче, ребята, на этом мы заканчиваем наш видеоблог. Вот такой он получился, какой получился. Ничего не поймали, ничего не нашли толком. Ну, зато хорошо провери время. Главное, похавали, да. То нас дома не кормят, мы, блядь, в лес выехали, чтобы поесть. Блядь, грязный, как чухан. Все, давай. Прощайся. До свидания. До новых встреч в эфире, ребят. Поставьте лайк, если видео понравилось. И напишите смачный комментарий. Все, всем удачи, пока.